Основной, как бы, такой чертой, наверное, объединяющей этих художников является то, что они не профессионалы, а художники, которые творят вот этот мир идеальный по наитию, можно сказать. Не получив классического художественного образования, они на холсте, на листе бумаги изображают этот мир окружающий, то, что их волнует, то, что где-то наболело, может быть, и требует душа, то, как они это видят, как они могут. И, нужно сказать, переучивать таких художников – это самая большая ошибка.